Итак, что-то было. Ладно, я чувствую то, что где тут на этой поляне я найду на нем, особенно в том маленьком лесочке. Блин, это, по-моему, кто-то стоит. Это не кусочек. Эй, выходи, я тебя вижу. Охотник. Выходи. Я белый, но я переступил. Защиты людей на их убийство. О! Ты что, мне больно-то как? Ты что, мне руку порезал? Мы что? Ай! Ну держись, я сейчас тебя запя. Ну держись! Мой коронный прием, от которого ты отречешь. Переступай на сторону добра, или я тебя убью. А вот это мне надо изнять. Давай, переступай. Эй. Тихо. Ладно. Ладно, все, не трогай. Я тоже злой. Либо ты остаешься живым, что выбираешь. Я остаюсь живым, у тебя переступаю либо на нормальную сторону, либо ты умираешь. Держись. Удар света, очищающий все. Блин. Я прекрасно порвал добро на себе. Я сказал, переступай на сторону добра. Мы же были друзьями. Пожалуйста. Прекрати, ты не понимаешь, что делаешь. Демон, он убивает всех своих союзников, когда они выполняют все то, что ему надо. Послушай меня. Послушай, я тебе расскажу. Я знаю то, что демон, он убивает всех, кто не выполняет его задания. Ты не выполнял его задания, некоторые? Да. Ну, значит, он тебя убьет. Хватит меня колоть, я тебя пытаюсь спасти. Пытаюсь спасти. Ну, хватит, я сказал. Демонюка хренова, выйди от моего друга. Сейчас было. Хотя все демон. Лол. Конец записи. Короче. Это еще не конец записи. В юбилее это что? Вы меня не смотрите, можно сказать иногда. Я покажу свое лицо. Давай, снимай свое. Бери телефон, снимай на кнопку, треугольную не нажимай. Вот так его держи, как я сейчас. Давай. Свое лицо снять? Да. Пока меч. Тихо, не трожь его, потом подниму. Вот так его держишь. Видишь? Угу. Да, и вот снимай меня. Привет. Свидание.